Тем более тут кто-то прется. А не, погоди, кто-то стрекочет. Ага. А ему похер, а у него все еще жив экипаж. Смотри, бам, и нет у меня. Эти аплодисменты... Нормально. Эти аплодисменты разработчику, который выдавил себе эту технику. Он этого достоин. Здорово, человеки. Подумал вот, я постоянно наезжаю на Т-44-100, говоря, что это имба, которая не кондрится и вообще. Я думаю, многие из вас опытные ребята и знают, что это на самом деле так, но вдруг кто-то решит, что я таким образом просто оправдываю свою криворукость, а 44-ка на самом деле не имба, а совсем даже наоборот. Ну вот сегодня мы это и проверим. Поэтому очень слабый танк Т-44-100, товарищи. Никогда не понимал, зачем этим полкам полковые бои. Вообще, приезд на эту точку в начале боя — это тот еще выстрел самому себе в ногу, потому что сейчас они станут с другой стороны и как бы все. А нет, я успел захватить. Во. Видимо, против меня слоупоки играют. У нас, кстати, сегодня новый гость, о котором я расскажу чуть-чуть попозже. Как бы да. Как бы забор, да. У тебя есть еще один шанс. Слушай, сплошные тигры. Сколько можно? А, минус один. Тигров боятся в рандом не ходить. О, как красиво. Да, после того, как тиграм бока зарядили в затылок, у них башка отрывается через раз. Зато красиво. Так, там еще что-то едет. На, но это не подулаты. Лучше сваливать сразу. Слушай, оно меня сейчас объедет. А второй выстрел, друзья мои. 100-миллиметровый снаряд, кстати, насквозь второй раз пробивает танчик неимбовый, да. Танчик неимбовый особого недовольства не высказал. Продолжаем эксперименты. Так, выходи по одному с саблей на пол, руки за голову. Нет, тут никого, ладно. Что ты думаешь, на затылке у него глаза есть? Нету. Три выстрела на сложный танк. И то, наверное, потому что я застал его врасплох. Так бы он еще десяток танканул. Ох, блядь! А, ну да. И каждый... А чё ты в меня смотришь? Слушай, суперпершинг для него не противник. Ну, понимает человек, кто такой имба, а кто... Попытка в танк, так сказать. Ну, то есть ты уже чувствуешь эту машину, да? Я вот езжу себе, мило беседую с тобой. С кем с тобой? Я сам с собой разговариваю. Ну да ладно. Короче, не напрягаюсь, а нагиб-то идет все это время. Блин, а если я на самом деле за всю запись ни разу так серьезно не нагну? А, один хрен, все сливы вырежу. Красиво. А у меня пулемет есть. А у него новая механика, по которой я его, скорее всего, не собью. Кто-то тут уже жужжит своим жужжалом. А, ну ты мне не противник. Не трогай, это мое. Привет. Все, в дымы и сваливаю. Единственный минус этой машины, наверное, это наличие дымов под жопой. Дымов... Ну, походу, дымы меня не спасли. А, чита крысер из-за угла. Ну, я смотрю, враг еще пытается трепыхаться, поэтому сейчас по берегу осмотрим воздух и заодно проверим новую крутую механику, да-да-да. Называется механика «Нефатальное повреждение», и заключается в том, что если ты сейчас самолет подобьешь, он не подобьется, а полетит дальше, потому что ему пофиг. Ну, как-то так. Звучит, конечно, многообещающе, но я представляю, сколько стыренных фрагов будет. Вообще в авиационных боях крысить фраги не принято, а теперь это будет просто распространенное явление. Сам наблюдал, как самолет, которому я оторвал с зенитки крыло, пытались сбить еще две зенитки, потому что он же еще жив, давайте по нему постреляем. Крысить фраги не западло. Кто они после этого? Хороший вопрос. Минус елочка. А вам не кажется, что вот когда летает самолет над полем боя, по нему не должны лупить зенитные батареи? Это что-то ненормальное. А, ну да. Откуда он там взялся, хрен его знает, но тем не менее. Условно согласимся, что реактив подкрался незаметно. Мне, честно говоря, уже надоело начинать второй бой. Это уже, наверное, пятый или шестой раз. Тупо не прет. Вот что бы я ни делал, все идет хорошо. Выйдет фугасная сволочь, отдаст мне ваншот.
все идет хорошо, прилетит какой-то хер и забомбит именно меня, ведь я тут самый главный противник. Ну я понимаю, как это. Я заявил, что танк имба, и поэтому он сейчас будет люто насасывать. Но тем не менее, продолжим. Так и шепот ТТХ машины, ведь ты наверняка играешь на ней меньше меня и вообще знаешь о ней меньше. Так вот, я расскажу. Броня 90-миллиметровая, что ВЛД, что НЛД. 110 миллиметров вокруг маски, ну то есть вот этот параллелепипедик с вырезом под пушку. Тоже, казалось бы, херня. И щечки 120. Ну, в общем, звучит херово, но тем не менее, он танчит, он, сука, танчит. Не в моих руках, но он, блядь, танчит. Это факт. Так, 100-миллиметровка, пробитие 239 в упор, то есть на нормальных дистанциях и углах боя это будет около 200, чуть меньше, может. В принципе, нормально, если выцеливать, так и вообще отлично. В итоге имеем вполне себе... Откуда ты тут высрался, крысёныш, блядь? У меня пулемет уже не работает, он меня сейчас хлопнет, смотри. А-за-за-за-за. Потому что кто-то решил, что ублюдина с крутыми... Да мне до пизды, и все, оно... И его тут же... Ебись оно в рот, все, этот бой пойдет в нарезку и... Блять, о чем я говорю? Пятый бой, одна и та же хуйня. Самое главное, надо надо мной подрофлить, убив этого уёбка прямо после моей смерти, ну. War Thunder, игра любимая, качайте. Рекомендую, сука. Про внешку уже, блять, и говорить не хочется, но тем не менее. Комрад... Сообщил, партия сработала. У нас новая девочка. Девочку зовут Ева Батьковна Эльф, и она шлюха, блядь. И она снималась у Бэткомедиана в каких-то скетчах. Не знаю, наверное, актриса. Ну или блогерка. Ну или, чем черт не шутит, может, какая-нибудь секретарша. Или степсистер, или еще кто-нибудь. Ну, в общем, выбери под себя, что тебе больше нравится. Там кто-то крысит. Или мне кажется. Просто косой. Да, пока я тут пырился в одну точку, он проскакал. Стой, сука! Четко под гусеницу. Ну, не в танк же мне попадать, серьезно. Кому это попадание в танки вообще нужно? О, привет. Четко. Да. Бронированный танк, всем качать. О, то, что я никогда не уничтожу, фиксируй. Ну, во-первых, его еще надо найти, потому что... Кусты. Да, блять, мы кустами. Мне глаза засрем. Кусты нужны. Кусты важны. В БК мимо. А нет, в БК я попал. Ну какая нахуй разница. Зато у него никогда не будет проблем со мной. Выстрел в БК, но снаряд отрикошетил от пластинки в 5 миллиметров. Блять, как же меня это заебало. Следующий бой будет обязательно лучше. Я в это верю. За спаун поршневых самолетов за 12 километров от зоны боевых действий разработчику нужно отдельный телтак в жопу загнать. Хотя я думаю, он от этого только обрадуется. Ничего, дебилам хватило мозгов ввести новую механику, благодаря которой курфюрст, которого я расстрелял в говно, отстрелив оба крыла, считается вполне себе живым, и его можно скрысить, а чё бы нет. Механика достойна мыслящих людей. Но сделать отдельный спаун для поршневиков это нет, надо IQ больше двоечки иметь, это не про нас. Да и сюда я хуй знает. Чё-то не совсем соображаю, где у них там спаун. Е, один фраг, оно того точно стоило. Хотя это Т-32, его иначе и не убить. Короче, это пошло оно все в жопу. Да, конечно, засчитайте ему, он же повлиял на бой. Обеими лапами. А, ну зато для неимбовой зенитки эти никаких механик не существует. Самолеты как сбивались, так и сбиваются. Лолкек. Фатальное повреждение. Смотри, у него нет крыла. Сейчас у меня его подкрысит. Или этот ублюдок. Скикер сбил F-8F. Вы не слышали? А, будете знать. Надеюсь, хотя бы третий бой мне не придется перезаписывать, потому что тундра меня заебала на неделю вперед. Ведь мне сегодня еще обрабатывать прем-аккаунт. Да, если вдруг кто не слышал, а уже и, в принципе, пофиг. Короче, жадные скуфидоны улитки все-таки снизошли до подачки. Хотя это скорее взятка. С твич-дропов можно было получить 3 прем дня. Раз
в несколько дней. Я их обрабатываю по мере сил. Вот, ты 95-го выкачал. Еще один танчик выкачал. Сейчас, может, что-нибудь прокачаю. Хотя сомнительно. В общем, завидуйте. Была халява. Ну и че ты встал? А ну в бой! Встал он, блядь. Так, тут кто-то гудит. Вообще, обожаю эту карту, особенно с этого респа. Я имею в виду. Особенно это направление. Хлобысь по шапке. Опа. Ну и кто ты такой? А, очередная фугасная хреновина. Не, спасибо. Давай, пишите письма. Хух, наебал, сейчас объеду. Никто такой пакости не ожидает. А, ты чё вообще тут делал? Ты как тут вообще оказался? Ты кто такой? Чё, сыграем в дебила, смотри. Хоба, вертуха. Хоба, не попал. А и ты не попал. А лох. На тебя с пулеметика. Та-т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 а. Иди сюда, ублюдок, мать. О, блин. Все, угомонись. Я ж пошутил. Может, у меня пульки закончились, нет? Ну, по крайней мере, за броневое пространство у него точно не закончилось. Так, а тем не менее, нас изволили пиздить. Все эти не джентльмены себе позволяют вообще. М4Т-26? Эта хрень вообще способна жить в этом рандоме? Я бы на таком не ездил, конечно. Понять не могу, где он гудит. Давай. Стреляй, пятачок, чё? Ну, давай. Угу. Отличная мысль. Продолжай её думать. Повторюсь, не понимаю, как эта хреновина живет на этом байере, потому что там брони в бортах вообще нет. Тут можно увозить только на идиотизме моей тимы. Весь бой, блин, на этом придурочном пятачке кручусь. Вражеская тима сейчас уже сольется, а я тут два каких-то недобитка поймал и все. Эх. Ну, можно так, но вот это вот сейчас... А хрен ли он мне сделает своим? Это же джамба, да? Ну да. Ну, выходи. Но у меня воинов все равно не хватит. Короче. Все, всего доброго. А ну, погоди. Как удачно. Куда ты прешься? Из нижнего интернета. О, блин. Вот это было нехорошо. Нихуя себе ты наглый. Ладно, все, все, я понял. Ты сильный, давай. Все. Вали нахер. Ну, сейчас меня и хлопнут, походу. У меня за спиной гудит где-то. А союзников нет. Никто не поможет. Ой. Только не в пушку. А, ну не в пушку, не спиздел. Куда ж ты мне попал? Что, блядь? Ёбаный рот. Везучая консольная, блядь. Слушай, иди в жопу, я только заспавнился. Попадание. Звучит, по-моему, сильно. Кто? Опять ты. Пшел нахер, блядь, со своей... неимбовостью. А это два джамба! Кто-нибудь спасите меня! Заебут же! А, отстань, противный. Не попал. А, если он еще раз рикошетом мне бока взорвет, я сам взорвусь. Да как не попал? Он же у него пулемет стреляет. Все, все, идите в жопу. Вы сильные, я боюсь вас. Причем практически без шуток. Спасибо, Тима, вот... Без иронии, Рофла, спасибо. Сейчас бы, блядь, еще заковыряли. А, я надеюсь, ты с ним справишься, нет? Дед, зайди за угол. Да, понятно. О, выскочил чертик. Мочи его. Давай, высунь свои рога. Кого? Радиатор! А, нет, ты фугасная дрянь, я не буду тебя чинить, сам чинись. Ты понял? Радиатор. Охереть. Я в него 100-миллиметровый снаряд, он мне радиатор. Прикольные шутки. Как-то со смешными шутками последнее время напряг, а тут вот прям аж смешно стало. Иди нахер, бомбометчик. Опять мне пулемет сломали, да сколько можно. Опусти пушку, дурак! Стрелок-радист, понял, не связывайся со мной. Погибни уже,
конь ты педальный. И мне его скрысили. Чё, блядь, творится сегодня? Я после этого в тундру вообще заходить перестану. Вы чё, волчары? Ну да, не хватило секунды. Да, прошлый последний бой пришлось скипнуть, потому что... потому что говно. Насколько ты бои не скипа, игра от этого лучше не станет. Лучше бы я, блядь, сейчас картошку играл. Тут серьезно, там такой хуйни нет. Очень надеюсь, что я сейчас закончу этот бой, какой бы он там ни был. И нахуй дропну эту игру и больше в нее заходить не буду. Мечты, мечты. Заходить в это говно еще придется и не раз. Ну и кто здесь крысит? Ну что, то какой-то хуйсос прилетит, меня бомбами закидает. То какая-то ебанина, блядь, из куста грохнет. Он стоит какой-то... А, это труп. Или не труп, я хер его знает. Фошек, который умело сныкал на лду. Пошел нахуй, сынок. У него только наводчик выбит и приводы. А, пулемет? Пулемет его берет. А, у меня же крутой пулемет, да, я и забыл. Пока преимущество еще пишем. Крутой пулемет в преимущество, господа. Ну чё, ну лолки, казаза, стоим за поворотом, стреляем в танки. Это база, и это главное. По-иному в эту игру играть невозможно, да? Вон он тоже стоит, блядь, за поворотом и стреляет в танки, потому что он нихуя больше не умеет. А зачем ему что-то еще делать? Тут что-то гудит своей гуделкой. Надо отсюда сваливать. Вон там он стоит. Чут-чут промахнулся, чут-чут. Ну все, типа стоим, он стоит, я стою, заебись, весело. Карту сделал, молодец. Пусть все теперь конец. Так. Да-да-да-да-да, постреляй в меня. Он с орудия сейчас стрелял, ну ты дебил. Этот откуда, блядь, высрался? А этот с горы высрался. А с моей стороны на горе вообще никого нет, что, я не знаю. Моя тима альтернативная. Не хотят они со мной дружить. Серьезно, такое ощущение, как будто я на карте прорисован как огромный такой, не знаю, символ короля. Или что-то типа того, что все такие понимают, что «О, так он сейчас там сам фланг закроет, а мы пойдем в другие кусты хуи сосать». Все, аривидерчи. Очень нравится мне этот красный самолет, он разгоняется до таких скоростей, на которых он может порваться. Это, видимо, его планировали-то на нормальные скорости, покрасили случайно в красный цвет, и он теперь разгоняется до ебеней. А этой хуйней не управлять, когда она чуть больше 30 летит километров в час, она вообще не управляется. Он от меня сейчас просто свалит. Ебанина не вертится. А, нет, меня просто собьют. Да ебаный твой рот, попади, я же нормальное упреждение беру. А где второй? Ну, я его слышу, но я не вижу. А, теперь вижу. А он попал. Ой, а у него пульки летят быстрее. Или что, или моих пулек, блядь, просто нет. Ну, я, типа, поставил... невидимую ленту и пульки такие, все, нас нету, можно не выходить на работу. Охуеть, классно сделали. Когда этот дебильный бой уже закончится? Я ведь, блядь, понимаю, что я вот эту вот хуйню пишу чисто ради себя, потому что это говно опять посмотрит 100 человек, и типа все эти ебанина, все эти вадилоны нихуяшеньки не стоят. Радует пиздец, как ты даже не представляешь. Четко. Сосочек выцелим, нет? Ну, почти. Слышь, ты своим хоботом там не болтай. О, это же с Battle Pass хреновина. Ну, кстати, вот ее играбельность, можете оценить. Какой, блядь, смысл выкачивать бульдог только в другом корпусе, я вообще не ебу. По-моему, еще больше стал, чем был. А, в этот раз это НЛД отрикошетило, естественно. Давай, дед, у тебя все получится. Смотри, вот тут вот стоит. Не, ну самолет, естественно, важнее, да, я согласен. Кому эти танки нужны, когда ты на ИС-3-м? Ага, УВНов не хватает. УВН, кстати, говно у танка. Говно, как и с третьей. Чё, думаешь, видит меня? Конечно, видит. Давай, я такой тю-тю-тю стою, смотрю на тебя, тю-тю-тю-тю-тю. Объетю. Хлопни его уже, он меня задолбал там стоять. Давай, мочи козла. Не того козла замочили, ладно. Он живой? Нет. И его тут же бомбой забрали. И ты нахуй, в общем. Все. Не ебет. Это последний бой, хватит с меня.
чего теперь цензурного можно сказать по итогу? Ну, как говорят народные приметы, дай дураку хер стеклянный, он и хер сломает, и руки порежет. В общем, на имбах пускай катается кто-то другой. Если тундра решила, что ты будешь сосать хуй, значит ты будешь сосать хуй, и это не обсуждается. Я отказываюсь на этом играть. Но танк имбовый всем советую. Все, хватит с меня этого говна. До свидания. Двигатель трансмиссия, кстати говоря, да. Каким хуем он меня сейчас пробил с этой своей пиздоплюйки? Как? Я просто в ахуе.